Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Funcom. На Nissan Juke установили головное устройство на базе Android от компании Canbox. Модель H-Line, диагональ экрана 7 дюймов. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит очень аккуратно, без щели, без зазоров, по проводке подключается разъем. Адаптировали с подсветкой автомобиля, при переключении габаритов автоматически регулируется яркость, включается подсветка физических клавиш. Здесь у нас модель магнитола идет с физическими тремя клавишами, быстрый доступ к Яндекс.Навигатору, кнопка назад и возврат на домашний экран. Также есть регулятор громкости, и при нажатии выключается звук. При долгом удержании полностью выключается магнитола. Бардачок уводится дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его с своего мобильного устройства. А в USB-порты подключить USB-носители с музыкой, с фильмами. Теперь здесь гораздо больше мультимедийных возможностей, чем это было изначально в автомобиле. Все работает очень быстро, плавно. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановлено. YouTube, интернет-радио, Google Chrome, Кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Есть эквалайзер для настройки звука. Возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки и для громкой связи. Также есть возможность подключения Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных функций. Дополнительно установили камеру заднего вида. Она включается автоматически при включении задней передачи. Она широким углом обзора 170 градусов, картинка Full HD. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть разные варианты мультимедиа с разными диагоналями и характеристиками. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо посмотрев обзоры у нас на YouTube-канале. Также можете обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплаты, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!